Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это продолжение нашей рубрики «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем. Итак, у нас последний сегодня, в принципе, выпуск по этой рубрике «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». Мы закончили за «Зенит» и за «Краснодар», вот сейчас последний шестой тур за «Локомотив». Напомню, что с «Зенитом» мы заняли четвертую строчку, набрав всего за 6 матчей 3 очка, 3 раза там сыграли в ничью. За «Краснодар» мы набрали 7 очков и заняли третью строчку. И сейчас с «Локомотивом» мы можем, если победим «Young Boys», занять третью строчку, но наберем 6 очков. То есть в любом случае, лучше всех в этом году мы провели Еврокубки именно за Краснодар. Ну что ж, давайте переходить. Young Boys мы вроде как и проиграли, поэтому у них эти 3 очка. У нас 3 очка это ничьи с Баварией и Локомотивом. Вот. Поэтому давайте посмотрим. Рыбу сейчас снова не будет на поле, будет Лысов. Ну и также, скорее всего, мы будем играть в принципе без атакующего полузащитника, без Антона Миранчука, будет на поле Эдер. Как-нибудь вот так. Я бы Баринова с Краховиком поднял бы повыше. Все, вот таким составом мы выходим на игру против Young Boys. Домашняя, причем нужно обязательно нам побеждать. Локомотив Young Boys, поехали. Итак, РЖД Арена. Локомотив принимает Young Boys. Очень важная сейчас игра. Борьба за Лигу Европы. Ну и просто отомстить за то, вот, если не ошибаюсь, мы 2-0 проиграли в Швейцарии. Поэтому нужно обязательно должок вернуть. И все, финальный свисток. Локомотив, к сожалению, не попадает в Лигу Европы. 4 очка набирает Локомотив за групповой этап Лиги Чемпионов. Второй по результативности результат российских команд. На последнем месте Зенит с 3 очками. Ну и вот, там по очным вроде встречам. Сейчас мы будем находиться на 4-й достройке. Хоть и пропустили меньше, но вот проиграли все-таки мы Young Boys. У них единственная победа, а у нас 4 ничьих. Поэтому как-то так. Ну, не повезло в этом году российским клубам. Не получилось под моим руководством ни одному клубу выйти в раунд плей-офф, к сожалению. Поэтому, ну, как-то так. В том году в FIFA 20 мы за Локомотив с вами даже выиграли Лигу Чемпионов в FIFA 20, поэтому там как-то вот повезло. Здесь я не знаю, что, поэтому, ну, обидно. Поэтому, ребят, всем спасибо в любом случае за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.